Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот, давно видео не снимал, вот решил снять. Пришли две посылочки. Вот. Это в обоих переходники USB и RS-232. То есть, давайте я вам покажу. Я посылки раскрыл, а то непонятно было, что внутри. Вот. То есть, что мы имеем тут? А с одного конца у нас USB, с другого выход RS-232. Вот. Значит, что в нем такого особенного и для чего он нужен? Ну, для программирования микроконтроллеров, допустим, всяких, есть специфическое оборудование, которое прошивается только по RS-232. Вот. В принципе, можно через обычный компорт, но через компорт неудобно, да? Там много контактов лишних. Вот. И выбирать по цифрам, какие нам нужны, это не совсем удобно. Тут как бы выведено всего 4 провода. То есть, давайте я вам сейчас расскажу, какие они есть. Значит, смотрите, красный, это у нас 5 вольт, вот, выдает 5 вольт. Черный, это у нас земля, ну, GND, да, как обычно, вот, пишется. Зеленый, это, вот, зеленый и белый, это передача данных, то есть, это, зеленый, это TXD, белый это RXD. Вот. Сам провод он метровый. Вот. То есть, как видим, вот это у нас питание, да, а тут у нас передача данных. Вот. То есть по схеме, какой надо где-то что прошить, подключаем по схеме, вот, и прошиваем. Вот. Почему я их два заказал? Вот, сейчас расскажу. Вот второй он вот такой вот маленький. Он, ну тут, в отличие от первого, 5 контактов. Вот. Чем они отличаются? Ну, во-первых, это как бы папа, это мама, да? То есть, в принципе, один в другой входит. Точнее, подсоединяется и подключается. Вот. Ну, это, собственно, не столь важно. Важно вот. Тут как бы тоже схема есть, да, что у нас тут, только смотрите, в отличие от этого, тут еще на 3,3 вольта есть, то есть этот RS-232, он показывает только, точнее подает только 5 вольт, а этот 3,3 вольта, то есть следовательно он лучше, да, чем тем, что некоторые оборудования, опять же микроконтроллеры, Arduino там и так далее, они питаются 3,3 вольта, а не 5 вольт. Следовательно, 5 вольт может их сжечь. Вот. А так, в принципе, все то же самое, да, такие же контакты, но единственное, по вольтажу тут немножко больше. Вот. В принципе, эти вещи далеко не всем пригодятся, вот. Но если собираетесь работать с микроконтроллерами или уже работаете, то вам, в принципе, эти штучки будут весьма удобны и пригодятся в будущем. Так, ну все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Вот, подписывайтесь на канал. Да, ссылки я оставлю в описании на этот товар, если кому интересно будет. Все, до встречи, всем пока-пока.